Всем привет! Сегодня я рассмотрю с вами модель швейцарских часов Invicta 16671 из серии Speedway. Часы имеют характерные агрессивные формы корпуса, которые свойственны для часов компании Invicta. При этом корпус в этих часах достаточно небольшой. Диаметр его составляет 45 мм, он небольшой в толщину. То есть обычно часы марки Invicta более крупного размера, более тяжелые. Эти часы, в принципе, вес ощущается, но такого без избытка, скажем так. Давайте посмотрим на модельку с каждой стороны, потом я их примерю на свою руку и поговорим о функционале. Ремешок в этих часах сделан из натуральной кожи ската. Он очень эффектно, интересно выглядит, такой пупырчатый, очень приятный на ощупь. Оригинальный ремешок в этих часах. Очень мягкий, эластичный, легко сгибается. Давайте посмотрим на заднюю крышку часов и на ремешок с обратной стороны. И давайте я прикину часы на свою руку. Ну, можно сказать, что данная модель идеально просто прилегает к форме моей кисти. То есть, нигде ничего не выпирает, как влитые сели. Давайте я руку подальше уведу, чтобы можно было лучше понять габариты модели. То есть, она не маленькая, не большая. Вот такой средний у нее размер. Прекрасно подойдет под различные стили. Я и под рубашку их пробовал одевать. Очень хорошо сидят. И футболки тоже отлично смотрятся. Такая достаточно универсальная модель. И давайте теперь поговорим о функционале часов. Значит, вот это кольцо черное по краю циферблат называется безель. На нем есть часовая разметка. Безель нужен для фиксации времени в пределах 1 часа. Давайте я покажу, как им воспользоваться. Он крутится только против часовой стрелки. Для того, чтобы его применить, нужно поставить отметку 0 безеля напротив минутной стрелочки часов, что я сейчас и сделал. Давайте поближе посмотрим. И, допустим, нам нужно зафиксировать с вами 30 минут. Когда минутная стрелочка с 0, то есть 60, покажет на 30 минут безеля, соответственно, прошло 30 минут. То есть безель как бы смещает часовую шкалу для удобства фиксации времени, опять же, в пределах 60 минут. И давайте посмотрим, что у нас есть на циферблате. Поначалу циферблат может показаться достаточно сложным. Это из-за наличия большого количества таких деталей, различных шестеренок, дисков. Вот. Но на самом деле функций здесь не очень много. То есть циферблат, в принципе, он тут как маленький трансформер такой разобранный выглядит. Достаточно агрессивно смотрится. Конечно, понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. То есть как какой-то дизайнерский элемент, он выглядит супер, он радует глаз. Но вот по читабельности тут, конечно, нужно немножко привыкать. Не сказал бы, что самая лучшая читабельность. То есть стрелочки в некоторых местах сливаются с общим механизмом, немножко теряются. Но опять же, не следует забывать, что часы в первую очередь мы покупаем для того, чтобы поддерживать наш стиль и уникальность. Значит, в этих часах применяется хронограф, который состоит из левой верхней циферблата, это 30 минут, и большая синяя стрелка, это 60 секунд. Для того, чтобы запустить хронограф, нужно нажать верхнюю кнопочку. Кнопочки в этих часах, так же как и заводная головка, завинчиваются, что предусмотрено для сохранения лучшей герметичности при соприкосновении часов с водой. Водозащита этой модели составляет 200 метров. Я вывинтил кнопочки, нажимаю на верхнюю, хронограф запустился. Давайте подождем, пока секундная стрелка хотя бы минуту пройдет.
правом верхнем циферблате идет основная секундная стрелка. Вернее, это не совсем стрелка. Вы можете видеть, что это такой диск рифленый. На нем есть треугольничек, который является как бы секундной стрелкой. Давайте я поближе к камере поднесу, чтобы вы могли этот треугольничек найти. Вот он сейчас на отметке 60 прошел. Стрелки и метки часов в этой модели покрыты люминесцентным составом. То есть они будут светиться в темноте, конечно же, если вы их предварительно подержите у какого-нибудь источника света. Вот сейчас секундная стрелка пройдет полный круг, и в левом верхнем циферблате стрелочка сместится на 1 минуту. Вот это произошло. Давайте остановим хронограф. Для этого я опять же нажимаю верхнюю кнопочку и снимаем показания. С момента его запуска прошла 1 минута, показывает левый верхний циферблат, и 4 секунды показывает большая секундная стрелка. То есть хронограф в часах нужен для фиксации времени. Для того, чтобы обнулить его показания, я нажимаю нижнюю кнопочку. Далее в первом положении заводной головки мы меняем положение даты. Единственное, давайте мы, наверное, в начале время поменяем, потому что у нас часовая стрелка закрывает окошечко даты. Перейдем сразу во второе положение. И вот прокручиванием против часовой стрелки мы меняем время. А в первом положении заводной головки, прокручивая ее по часовой стрелке, мы меняем положение даты. В нижнем маленьком циферблате находятся дни недели. Не знаю, насколько хорошо камера вам это покажет, но вот здесь есть малюсенькое окошечко, вот, в котором указываются дни недели. И на этом, в принципе, функциональная часть часов заканчивается. Такая достаточно интересная модель. Повторюсь, так, сейчас мы камеру сфокусируем, расплылась. Достаточно универсальная, то есть подойдет для людей различного стиля, которые любят и спортивный стиль, и костюмы, либо рубашки. И на этом, в принципе, все. Спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на наш канал. Хорошего вам дня. Пока.